Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите поделиться с вами нашим опытом лечения опухоли данной локализации. Известно, что опухоли придаточный аппарат глаза относится к так называемой H-зоне лица, характеризующейся высоким количеством рецидивов. А в области внутреннего угла глаза, где сосредоточена масса структур, обеспечивающих адекватное функционирование органов зрения, частота рецидивов, по данным отдельных авторов, достигает 60-80%. Безусловно, при анализе причин возникновения рецидивов среди пациентов, обратившихся в нашу клинику, мы выявили следующие основные причины. Это сложность восстановления утраченных структур глаза зачастую лимитирует хирурга в объеме удаляемых тканей, приводит к сужению границы сечения опухоли, либо же к необоснованному назначению лучевого лечения, что, в свою очередь, из-за сложного анатомического рельефа данной области препятствует полноте реализации эффектов лучевой терапии и зачастую предопределяет ее неэффективность. Вместе с тем, развитие таких грозных осложнений, как лучевая катаракта, стеноз, носоотводящих носослезных путей, также являются значительными лимитирующими факторами в проведении лучевой терапии опухолей данной локализации. Вместе с тем, по нашему мнению, дальнейший прогресс следует связывать именно с мерами, обеспечивающими максимальное подавление опухолевой агрессии до начала проведения операции. И здесь роль предоперационной лучевой терапии, безусловно, сложно переоценить. Она способствует изменению биологического потенциала опухоли за счет гибели именно периферических, хорошо оксигенированных клеток и снижения имплантационных способностей опухоли как раз в зоне их микроскопического распространения, с зоной как раз перифокальной, и связано наиболее частое развитие рецидива в данной области. Вместе с тем, технические трудности, которые возникают в процессе удаления опухоли после предшествующих лучевой терапии, безусловно, они создают очень большие сложности в оценке границ опухоли. А если хирург ждет, пока реализуются эффекты, пока уйдут все лучевые повреждения, то есть пока увеличивается интервал между предоперационной лучевой терапией и последующей операцией, происходит формирование новых генераций опухолевых клеток, и тем самым все достижения предоперационной лучевой терапии сводятся на нет, по сути говоря. С нашей точки зрения, именно расширение радиотерапевтического интервала, то есть снижение риска развития лучевых реакций с одновременным усилением повреждающего действия на опухоли, и имеет как бы право на жизнь в разработке новых способов лечения. Нами был разработан способ, на который получен патентное изобретение, заключающийся в проведении предоперационной лучевой терапии на фоне введения кортикостероидов и препаратов. Нами был использован метотрексат. Лучевая терапия проводилась однократно в дозе 20 грей и не позже 24 часов, то есть до реализации субплетальных повреждений опухолевых клеток, выполнялась радикальная операция. Эффективность и целесообразность использования данного способа была изучена у 180 пациентов, из которых 56 пациентов составила основную группу, а 62 человека составила группу контроля. Зачастую при, тем более, неоднократно развивающихся рецидивов, конечно, чаша весов при выборе способа лечения склоняется в сторону экзонтерации. Простота, надежность, доступность излечения таких пациентов путем выполнения калечащей операции, безусловно, как я уже сказала, перевешивает чашу весов в сторону принятия решения именно о калечащей операции. И данные пациенты и составили нашу контрольную группу. Следует отметить, что в основную группу вошли пациенты с 4, 5 и 6-кратными рецидивами, которым проводилась и лучевая терапия, и различные лазерные воздействия, и попытки хирургического иссечения опухолей. Все пациенты переносили наше лечение удовлетворительно. Единственное, что мы отметили у всех пациентов, на вторые сутки отмечалась гипертермия выше 38 градусов, которая впоследствии потом нормализовалась. Объем операции, безусловно, носил расширенный характер, удалялась опухоль в необходимом
объеме с обязательным иссечением внутриорбитальной клетчатки для обеспечения отрицательных границ опухоли. Вместе с тем, орбитальная клетчатка, все вы хорошо знаете, является очень важным структурным органом, обеспечивающим функционирование глазного яблока. И перед нами стал вопрос, каким же образом побыстрее восстановить. То есть операции расширенные носят достаточно травмирующий характер. И для того, чтобы максимально сохранить прозрачность сред глаза, максимально ликвидировать воспалительные изменения со стороны глазного яблока, требовался поиск каких-то новых подходов. Мы обратили внимание на разработку современных методов пластической хирургии. Широко используется плазма, обогащенная тромбоцитами для улучшения внешнего вида кожи, и широко используется в спортивной медицине, в травматологии, так как содержит большое количество факторов роста. Нами был разработан способ лечения, заключающийся в использовании плазмы, обогащенной тромбоцитами, совместно с жировой тканью для подготовки лоскутов для закрытия послеоперационных дефектов. Забор жировой ткани осуществлялся нами по общепризнанной методике. После центрифугирования использовался средний слой. Схематически представлен разработанный способ, на который получен патент Российской Федерации. И, собственно говоря, приготовленным раствором осуществлялся липофилинг также по общепринятой методике. Разрешите продемонстрировать на конкретном примере. Рецидив рака кожи наружного угла левого глаза с прорастанием в орбиту, поражением бульбарной конъюнктивы, выполнено удаление опухоли. Конъюнктивальная полость восстановлена свободным лоскутом, перемещенным со слизистой нижней губы. После предварительной модификации кожные лоскуты перемещены. Вид больного через 5 лет после удаления опухоли, после операции. Аналогичный случай – рецидив рака кожи нижнего века с прорастанием в орбиту. Также выполнено удаление, удалена орбитальная клетчатка, перемещен лоскут, предварительно модифицированный по предлагаемому способу, вид пациента через 5 лет после операции. Опухоль внутреннего угла глаза. Следует отметить, что опухоли внутреннего угла глаза, по нашим данным, наиболее часто являлись причиной экзентерации орбиты, практически более чем до 2/3 больных при возникновении рецидива в данной области принималось решение о выполнении калечащих операций. Вариант плоскоклеточного рака с прорастанием в орбиту. Глазное яблоко целое, но смещено к верхушке орбиты. После выполнения удаления опухоли с обязательной орбитотомией, выделением глазодвигательных мышц, зрительного нерва, глазное яблоко приведено в анатомически правильное положение, выполнена пластика по предлагаемому способу. Аналогичный случай. Следует отметить, в данном случае опухоль развилась на единственно видящем глазу. Собственно говоря, это в значительной степени и определило, как бы побудительным мотивом являлось нашего исследования, что большое количество людей, особенно пожилого возраста, имея необратимые изменения на здоровом глазу, обращались к нам с распространенными опухолевыми процессами. При анализе результатов лечения, конечно, мы ожидали, что количество рецидивов после органосохраняющего лечения, безусловно, превысит количество рецидивов после экзентерации орбиты. И мы тщательно разговаривали об этом с больными, только при их согласии, при согласии на очередной рецидив, нами выполнялось это лечение. И при анализе 5-летних результатов мы, конечно, получили статистически достоверное количество рецидивов после экзентерации 91,9, после нашего лечения 69,6. Однако при анализе отдаленно результатов лечения 5-летней выживаемости доля выживших без прогрессирования у пациента в одной, в основной и в контрольной группе практически не различалась. Статистически достоверных различий мы не получили. А сохранить глазное яблоко в исходе лечения удалось у 71,4% пациентов основной группы, тогда как у всех пациентов контрольной группы глаз был удален. Таким образом, проведенная работа позволила нам прийти к выводам о том, что выполнение радикального хирургического вмешательства с предшествующим проведением химиолучевой терапии на фоне введения кортикостероидов целесообразно и позволяет избежать удаления глазного яблока у 71,4% пациентов с рецидивными злокачественными опухолями придаточного аппарата глаза.
А использование современных методик пластической хирургии, гармонизированных с противоопухолевым лечением, безусловно, расширяет показания к органосохраняющему лечению за счет одномоментного выполнения разрушающего и реконструктивно-пластических этапов операции с надежным восстановлением анатомической целостности органов зрения. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Мария Александровна. Молодец, она справилась с таймингом нашим. Пожалуйста, ей вопросы можно задавать. Коллега, пожалуйста. Почему вы пошли на такие вот как бы органосохраняющие вот эти операции? Вы знаете, что орбит и его содержимое – это один из самых быстрых путей для распространения рака, любого рака, неважно какой. Да. Вот, то есть это настолько важно сохранить вот этот глаз или важно сохранить жизнь человека, потому что если будет метастаз, если будет даже локальный метастаз, это очень серьезные последствия. То есть зачем такая операция? Безусловно, последствия очень серьезные, но наше исследование касается базально-клеточного рака кожи, который мы все знаем, отличается низким уровнем регионарного метастазирования, практически это единичные случаи, а вместе с тем обладает местно-деструющим ростом. То есть это не идет речь об опухолях пазух ни в коем мере, это не идет речь об опухолях смежных локализаций, это именно рецидивирующие опухоли придаточного аппарата глаза. Тогда, когда есть показания для органосохранного лечения. Вот сюда микрофон, пожалуйста. Вы подняли очень важный вопрос, на самом деле. Показания к изонтерации орбиты, на него ответа до сих пор нет. Раньше считалось, что инвазия клетчатки – показания. Сначала так, костная деструкция – показания. Нет. Клетчатка – нет. Мышцы глаза – опять же нет. Резекция склеральной оболочки тоже выполняется под микроскопом и есть безрецидивные результаты. Был заявлен очень громкий доклад в Нью-Йорке. Собралась весь зал, и все ожидали, что сейчас наконец-то нам скажут четкие критерии. Угу. Тоже не сказали. Показали 7 случаев, и ответа не было. Нужно действительно различать морфологические формы. Раз, базальные, плоские и так далее. Рецидивный характер, первичный характер. Да, даже для базально-клеточного рака мы знаем, что это зона высочайшего риска, зона лицевой маски, да, где показано во главе хирургическое лечение в первой линии. Вот. Я хотел спросить насчет все-таки вот показаний при рецидивных опухолях, дезинтерации, вот ваше мнение. Вот спасли рецидив, пытаться дальше спасать? Дальше спасать не только хирургическим методом, а именно с проведением предоперационной лучевой терапии. Так смысл же в этом, смысл разработанного нами способа в том, что предоперационная лучевая терапия проводится короткофокусная, однократная доза 20 грей. По изоэффекту это равно 38, то есть по сути полноценная доза. И проводится операция до реализации постлучевых осложнений, то есть безусловно они есть. Мы также получаем воспаление, фиброз, но мы получаем тогда, когда уже полностью произошло заживление послеоперационной раны. Упреждается. И да. Самое основное, это не препятствует восстановлению зрительных функций. То есть оно все развивается, но более отсроченный период. Спасибо.